Дорогие братья и сестры, до наступления священного месяца Рамадан остались считанные дни. Поэтому я хотел бы поздравить всех своих единоверцев с приближением этого месяца милости Всевышнего, месяца Куана, месяца Лейлятуль-Кадр. Пусть Всевышний в этот месяц даст вам сил на отказ от тех вредных привычек, с которыми вы не могли справиться. Пусть Аллах Всевышний укрепит ваши сердца, вашу веру, сблизит вас со своими братьями и сестрами по вере, поможет преодолеть старые конфликты и помириться с теми людьми, с которыми вы не могли наладить отношения весь предыдущий год. После этого поздравления я хотел бы обратиться отдельно к своим землякам, к своим соплеменникам на родном языке. Играми вахар вастхая. Кез алук зуа рамазан варс, убарак хуй. Ахи алук зуа вацра, козелозу мекхин вол, кю иман них каждау, кю гунахар не лахтигах чудау, кне михирик элди сабора унхуй, кне михирик элди эхнихуй четнивили, кне михирик элди хэнхуй сверь, кне аунхуй садакая, кне келнхуй Кур'ан, учизлагат ему, Кур'ан дин варзе, кез аллахти, учин, рахмет вля, джаннет кудай. Хавля жезма акон, гзав, лап, пара, ксан кулахат, и есть лакник азван и вацра. Хавля за кез садр мадни мубарак суо, лахт гает и чон куни даде, рамазан вацра и втара сила хада мажлисра. Хавля санал, мах кажна, рамазан вацра, велик, бисмилля. Салам алейкум. Благодарю.